Доброе утро, дорогие друзья! Несмотря на то, что сегодняшний день обещает быть дождливым, уже в выходные начнется настоящая летняя жара. И мы с Димой соскучились на самом деле уже и по снегу, чуть-чуть. И по зиме. Совсем. Итак, добыть для нас снег нам поможет наш замечательный гость. Нейтрон Бананович Кисель у нас в гостях. На самом деле это Виктор Соколов. Виктор, доброе утро. Как нам получить здесь снег, как нам охладиться? Расскажи, пожалуйста. Да легко. Вот скажите, где можно раздобыть снег летом? В морозилке. А еще? Но мы уже думали, что, может быть, это какой-то искусственный снег. В горах, да. И можно сделать искусственный снег. Угу. То есть, например, мы можем взять такой снег, который используется на киностудиях при изготовлении фильмов. Угу. Вот. Сейчас наука сделала большой шаг вперед уже, потому мы можем сделать снег из полиакрилата натрия. Ой, из такого вот замечательного вещества. Кто мне поможет из вас? Я. Давай, чуть-чуть сюда. Мы берем вот этот белый порошок вот такой, и насыпаем две ложки в ладони. Ладошки лучше закрыть, сомкнуть. Я сейчас снеговика летом слеплю вам, друзья. Ложка раз, ложка два. Ну и чтобы не ошибиться, раз у нас прямой эфир, или даже чуть-чуть побольше. Химический опыт в руках не делала. Закрываем. Готовы? Да, готова. Выливаем немножко теплой воды. Так, подожди. Скажи сразу, больно будет? Нет, больно не будет. Будет весело. Главное не отпускать. Пока держать, пока не скажу. Держу. Выливаю. Считаем до трех. Раз, это шевелится. Три. И теперь можно немножко это, вот, например, куда-то посыпать сюда на стол. Практически настоящий снег, как в киностудии. Класс! На ощупь какой он, кстати? Он очень горячий, друзья. Серьезно? Он горячий. Потому что вы горячую воду налили. Он не тает, совершенно не тает нисколько. Более того, он абсолютно безопасен, как и все остальное в нашем научном шоу. Порошка немножко. Кстати, да, такой снег используют и для декора. Кабы не было зимы в городах веселых. Вот. Это такой вот у нас замечательный эксперимент. Так, слушай, ну раз ты ученый, у тебя, естественно, в лаборатории постоянно что-нибудь взрывается. Конечно. Можно нам чего-нибудь тут тоже бабахнуть? Да легко. Но не сильно, давайте, камеры побережем, нам еще выходить. Что мы сейчас будем делать? Возьмем вот такую вот железную мисочку. Которая в снегу уже. Нет, это не страшно. Так. Это чтобы не повредить наш стол. Угу. Возьмем тиосульфат натрия. Кстати, это вещество используется в фотоиндустрии. Раньше использовалось, когда пленка была. Когда проявляли, да? Да, когда проявляли. Угу. То есть это закрепитель был. Вот, это тот самый закрепитель. Тот самый закрепитель. Сейчас его в свободном доступе не продается, но в нашей лаборатории есть. А сейчас фотограф уже все перешло на цифровую съемку. Так что ладно. Вот так вот. Насыпаем ложку. Раз. Подожди, а ведь ты можешь нас предупредить, чего нам ожидать? Что у нас сейчас будет? Нет, я не буду предупреждать. Потом, вы что, все потом. Пока я пойду. Мы возьмем таблетку гидроперита. Это перекись водорода с мочевиной фактически. То есть ничего страшного, правильно? Какое-то страшное слово было, так. Ну, такая таблеточка. Хорошо, таблетка. Немножко смочим в обычной воде для лучшего взаимодействия. Так. Слово. Уложим вот сюда. А вы можете подойти поближе, а я подальше. Видите, ничего не про это, вы не бойтесь. А что будет-то? Возможно, взрыв. Сейчас что-то будет? Да, вы подойдите поближе. Да сам подойди. Да, Витя. Друзья, вот начинается вот такая реакция, но самое, что интересное, взрыва как такового не происходит. Обратите внимание, образовалось желтое пятно, появляется запах. На что похоже? Не очень приятно, но после петарды такой запах. Запах после петарды, да, пороха. Запах серы. Немножко. Запах пороха, сера, да. Запах серы. И вот это вот желтое пятно, которое образовалось вот здесь, это фактически сера. Хотя вот химики-теоретики, они немножко спорят и сомневаются, сера это, либо что-то еще, какие-то примеси. На самом деле довольно сложная реакция произошла. Слушай, вот если, например, у нас были бы здесь в студии дети, это безопасно для них? Да. То есть все эксперименты, которые мы проводим, не только для взрослых безопасны, но и для маленьких детей. Но для детей вот такой эксперимент мы стараемся не проводить. Это больше для телевизионного формата. Ага. А что ты делаешь для того, чтобы сделать какой-нибудь все-таки взрыв? Бабахнуть. Чтобы прям бабахнуть, например. Бывает такое? Да, такое бывает. Мы используем, например, жидкий азот. Жидкий азот, иногда делаем водородные взрывы. То есть, на самом деле, очень много различных экспериментов, опытов, которые можно провести. И, если я не ошибаюсь, 9 июля... Да, на летнем фестивале у нас в Екатеринбурге там... вы будете проводить опыты, насколько я знаю. Да, там даже не летний фестиваль, там будет, по-моему, городской пикник называется, лето есть. И там вот мы будем как раз делать взрывы, еще что-то. То есть у вас будет огромная площадка, да? И все опыты можно будет увидеть. Там будет даже несколько ведущих, там не только я буду, там будет наш ведущий Саша. Ну, приходите, увидите, как говорится. Да, а еще я хочу спросить, если, например, наши телезрители, особенно маленькие, сейчас все это увидели,
и захотели дома все это повторить. Есть возможность это приобрести или это все-таки для профессионалов? А некоторые эксперименты продаются в наборах, причем наборов достаточно много, самых различных продается. Юный фокусник, да, типа вот юный фокусник, юный химик. Можно прийти в любой магазин, типа Симоленд, либо что-то такое. Там целые стеллажи заполнены различными экспериментами и опытами. Но если, например, захотите вот провести такой же, вот как у нас была реакция с дымом, ну что, надо будет искать тиосульфат. Это все сложно. Слушайте, а можно я вот потрогаю вот этот снег? Да, вы его можете даже забрать с собой. Цветок украсить. Пока Дима вспоминает горячую зиму, расскажи мне, что в этих бутылочках. А, в этих бутылках это у нас фактически две обычных скрепленных бутылки между собой перемычкой. Задается обычно деткам вопрос, если мы с детьми работаем. У нас есть и детские шоу, и взрослые шоу. Ну, если это детское шоу, то задается вопрос, почему вода из верхней бутылки не перетекает в нижнюю? Она же перетекает. Вот. Ну, вот если мы ее вот так вот просто будем держать неподвижно. Так, может быть, там пробка? Нет, там пробки нет. Так там потому что воздух. Внизу, да, находится воздух, кто говорит, я тебя вода не пущу, все. И все, вода никуда не девается. Но если бутылку чуть-чуть раскрутить, появляется торнадо внутри. Конечно. Ты поддакиваешь, все равно не знаешь. Нет, я вот это, кстати, знал. Это водоворот фактически, либо торнадо бутылка. Лет 15 назад я смотрел известную передачу, где Хрюша и Степаша. И там, я как сейчас помню, Хрюша мне лично рассказывал. Говорит, Димочка, бери водоворот, делай. Они со Степашей, да, они соревновались, у кого из бутылки в бутылку вот так же перетечет. У кого вытечет из бутылки быстрее вода? Кто-то просто так переворачивал, а кто-то закружил торнадо. У нас есть, кстати, немного времени. Я предлагаю устроить конкурс небольшой. Давай. У кого быстрее получится торнадо? Обычно маленькие детки, когда берут две бутылки, они делают так, смотрят, о, бутылки. А потом делают так, это неправильно. Ну ладно, я понял, как сделать. Да, нижнюю бутылку держим, верхнюю раскрутили. Давай, мы будем с Соней соревноваться. А надо перелить немножечко, да, наверное? Нет, давай вот сначала, сейчас все по нулям сделаем. Все по нулям. Так. Кто победит, Дима или София? Тому достается зарплата. Давайте, еще три. Раз, два, три. Поехали. Вылевайся. Можно ускорять немножко торнадо, не забывайте. Да? Я в другую. Я болею за Диму. Ну как, почему за Дима? Давай. Ну потому что, Соня, поспешишь, людей насмешишь. Ну, естественно, специалист по водяным торнадо, это я. Я переливаю антифриз из одной бутылки в другую быстрее. Сонечка, ну у тебя что-то не вышло. Огонь опыта у Виктора Соколова, который пришел к нам сегодня в гости. Ну, кстати, вот раз мы разговаривали сегодня про вещи, которые дети могут сами сделать, так вот такую штуку сделать можно самому абсолютно просто. Берете две маленькие бутылки, скрепляете, здесь можно любым пластилином, клеем, герметиком, чем-то крепким. А если воздух будет попадать в бутылки, то ничего страшного? Ничего страшного. То есть мы наливаем, это обычная вода, только с красителем. То есть все просто, все гениально, слушайте, как говорится. Слушайте, что летом на каникулах детям делать? Вот да этим конечно, заниматься. Вот эти вот бутыли строите себе. Так. Ну что, все-таки лето жаркое. Особенно на выходных обещают. Особенно на выходных мы с Димой вообще... А передача у нас огонь. Передача огонь, как будем ее тушить? Я предлагаю воспользоваться моим огнетушителем. Либо по-другому, он называется у нас, только у нас называется. Криобластер. Друзья, так, вот сначала, такая вот пожалуйста, штука. Пиши действие, что нам надо делать, не вам убьемся нужно, ли мы. Вам нужно, главное, не бояться. Можете немножко сделать шаг вперед. Хорошо. Я подойду к вам, подкрадусь сзади с огнетушителем и немножко вас освежу. А что, подожди, вдох, выдох, ничего куда? Не нужно снег такого скользкий. Делать. Снег скользкий. Внутри огнетушителя находится сублимированная углекислота, то есть фактически углекислый газ. Моя любимая. При, собственно, пользовании огнетушителем углекислый газ будет распространяться максимально далеко, такая белая струя получится, и температура этого газа минус 79 градусов. Поэтому ваши спины чуть-чуть охладятся. В смысле минус 79? Да, вас не предупреждали. Ну что, я предлагаю... По-моему, от нас хотят соперники избавиться. Чуть-чуть повеселиться, готовы? Да. Сначала чуть-чуть. Все безопасно, не волнуйтесь. Давай. Раз, два и... Не страшно? Это было очень громко, но не страшно. А если теперь вот так вот то же самое? Это было уже страшно. Ну что, друзья. Это была программа «Утро ТВ». И яркий день начинается именно с нее. Друзья, мы с вами увидимся в понедельник. У нас в гостях был замечательный человек. Бананович Виктор Соколов. Нейтрон Бананович Кисель. Как-то это все так. Мы немножечко охладились. Желаем вам в предстоящие выходные прохлады, потому что на улице будет жарко. Отправляйтесь куда-нибудь на природу с удовольствием, проводите эти выходные. Ну что, друзья, увидимся с вами в понедельник. Оставайтесь с нашей программой. Всем хороших выходных. Всем пока!